Несмотря на хмурое пасмурное небо в снежное воскресенье, ивановцы не остались без света звезд. Звезд российского кинематографа. На главной площадке фестиваля телесериалов «Пилот» в кинотеатре «Лодзи» состоялась торжественная церемония закрытия. По красной дорожке прошли известные деятели теле- и киноиндустрии, почетные гости и организаторы фестиваля. Губернатор Станислав Воскресенский и его супруга, генеральный продюсер фестиваля Светлана Дрыга, актриса Ирина Розанова, президент фестиваля Валерий Тодоровский. Мне кажется, что этот второй был намного сильнее, чем первый. В первую очередь по фильмам, по уровню программы. А интерес большой у людей из индустрии. А публика хорошая, ходит на фильмы. И в этом смысле, я думаю, что это большой прогресс. Ведущим церемонии стал российский актер театра и кино, телеведущий Вячеслав Манучаров. Первая интрига – награда за лучший сценарий. Мы как думали над тем, кого наградим сценарий, мы очень ждали этого проекта, как и многие в зале, я думаю. И он нас не разочаровал. Это крутая история, круто написанная история, очень интересно написанная история. Над ней долго думали. Это такой классный конструктор про страх и как открываются люди. Это колл-центр. По словам членов жюри, в этом году бурного обсуждения споров, кто достойнее, не было. Все решения приняли легко и единогласно. Сильная программа. Высокий уровень сценарного мастерства. Особенно хочу отметить комедийные, вообще жанровые истории, комедийные. Но это и видно было по зрительской реакции. Но у нас было жюри очень, как-то мы не сильно спорили. И быстро приняли решение всем. Лучшим актером пилота телевизионного сериала стал Александр Ильин за главную роль в сериале «Родительский комитет». Лучшей актрисой, по мнению жюри, Евгения Брик за роль в сериале «Дети». Награду за нее получала Ирина Розанова. Я так рада. Я так давно знаю эту девочку, когда еще была студенткой. Я очень рада за Женю. Мы с ней много работали. Женя, я тебе обязательно передам. Обязательно, клянусь, здорово. Ура! Ура! В номинации «Лучший режиссер пилота телевизионного сериала» жюри единогласно определило победителя. Владимир Ракша, сериал «Спи со мной». Спасибо всей нашей творческой команде. Только благодаря вам это получилось. Огромное спасибо всем продюсерам, актерам. Вы настоящие молодцы, без вас бы это не произошло. Мне очень приятно, это потрясающий фестиваль. Ничего подобного в жизни со мной пока не происходило. Режиссер Владимир Ракша покинул сцену, но ненадолго. Эту работу ждала еще одна высокая награда. Хотел бы сказать спасибо. Я, честное слово, не ожидал, что я испытаю такие эмоции всего за 3 дня. Обычно на это, ну, тратил неделю. Поэтому спасибо, Иванова, большое. Я постараюсь следующим летом приехать на ваш марафон. Обязательно, который... Вы не знаете про него, да, существование? Знаете? Хорошо, у меня неверная информация от таксиста. Он говорит, это самое главное событие в нашей жизни было. Хорошо, но тут самый интригующий пакет. Конверт, в котором написан «Лучший пилот по мнению жюри». И этим проектом стал «Спи со мной». Интригу, кому же достался главный приз, по мнению зрителей, раскрыл президент фестиваля Валерий Тодоровский. Хочу сказать спасибо моему хорошему товарищу, главному киногубернатору Стасу Воскресенскому за этот фестиваль. И генеральному продюсеру Светлане Дрыге, тоже моей подруге, мотору всего. У меня этот конверт лежит в кармане вот уже 20 минут, и я его не открыл, честное слово. Сейчас посмотрим. Лучший пилот, по мнению зрителей, родительский комитет. Стоит отметить, что режиссер сериала Михаил Павиков на первом фестивале «Пилот», который прошел год назад, также получил главный приз по мнению ивановцев за сериал «90-е. Весело и громко». Всего же в рамках второго фестиваля «Пилот» было представлено 17 серий новых телесериалов. Организаторы уверены, следующий «Пилот» точно будет. Но каким, узнаем через год. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.